Ну что, друзья, всем еще раз огромный привет. Мы смотрим третий тур шоу-матча в Next Esports Arena. И у нас здесь играют команды Tinax против The Nation. Напомню, что формат проведения нашего мини-шоу-матча — это, конечно же, групповая стадия. То есть, ну, не групповая стадия, групповой этап, да? И спешу вам сообщить, что... Соответственно, если команды 4, то суммарное количество игр в группе 6. И параллельно тогда по 2 игры. Если играть, то по 3. Соответственно, всего 3 стрима. Нет, даже 4 сегодня игры у нас получилось, потому что в первой игре вышла накладка. И мы уже... В общем, 3 игры уже отстримлены. Мы стримим 4-ю игру. Мы покрываем 4 из 6 игр своими стримами. И, конечно же, записи уже льются на YouTube. Команда The Nation матча против Tinax. Пик бан на ваших экранах, бан окончен, пик идет. Думаю, качество картинки позволяет разобрать, кто же, где же, против кого играет. The Nation играет за Скоржей. Напомню, что это суровая команда, в большинстве своем из Красноярска. Вот. В целом, ребята из России, конечно же. 6 игроков у них из... Всего в составе у них имеется 6 игроков, вот. Да, и 5 приехало сюда, в Алматы, на турнир. Дома остался Гегнайс, который, вероятно, смотрит сейчас эту трансляцию, скорее всего. Ну что, Tinax против The Nation. Баунти Хантер, ой-ой-ой-ой-ой, в смысле, Бон Флетчер, вот, да. Бон Флетчер против Спектр. Пик на ваших экранах. Ну что, сейчас, ребят, думаю, начнут разбирать героев, и там мы уже посмотрим, что к чему. Шейкер. Лопух Ска. А это, я думаю, никто иной, как... Арес? На Спектре играет Виртуоз, эксклюзив играет с Батрайдером, на паке Сталкет, Кис Аппарат. И все, по-моему, мы всех, да, назвали. Всех назвали. Команда The Nation, Патма, Барс, Винга, Норман, Дитяра, ВР, Лоборей, если правильно так это читается, играет... Бон Флетчером. И Север играет на Фурионе. Посмотрим, что из этого всего получится. Напомню, что прошлую игру команда The Nation проиграла против Госу. Это, наверное, удивление вызовет у некоторых, так как команда Госу играет 3 игроками из основного состава. Не знаю, что это было. Тем не менее, 3 из 4 команд, играющих сегодня на данном турнире, примут участие на этих выходных в турнире OSPL. А посему, думаю, практис в рамках данного шоу-матча будет всем только на руку. Мы очень на это надеемся. Ну что, можно уже, наверное, рассказать все, что творится на карте. Вряд ли что-то сейчас будет меняться. На миде сойдутся у нас... 2 героя. Это будет ВР и ПАК. На... Так, ну, остальная инфа закрытая. Закрытая инфа. Сейчас увидим. Да, на топе. Что на топе? На топ прибегает Бон Флетчер. На топ прибегает Бон Флетчер. Так, тут что-то уже раскастовку на миде. На ботами Патма видит, что против нее имеется Шейкер, Аппарат. Патма вовремя делает лип. На первом левеле учит лип, не то что некоторые. Вот. И Винга выходит на ганг мида. Что будет делать в этой ситуации ПАК? По-моему, у него... Я не знаю, есть у него волна или нет. Кулдаун прошел, не прошел? Непонятно. Ну так, на всякий случай погоняли. Кулдаун липа у Патмы, но с другой стороны нет и маны Шейкера. Но здесь все просто. Спектра фармит. В то время, пока Шейкер и Аппарат гоняют бедную Патму. На миде ВР против ПАКа. Где-то потерялись Винга и Фурион. Ну и на ботами Батрайдер против
Бон Флетчера, Клинкс Иствуд. Вот такие вот дела. Пауза. Секунду просит команда Тинакс. Сколько игр осталось? Параллельно, напомню, идет у нас игра Next и Госу, которая на случай победы команды Next определит их чемпионами сегодняшнего шоу-матча. На случай поражения команды Next, я даже не знаю, что из этого получится. Надо будет считать, там получится круговуха. Незамысловатая круговуха. Но я думаю, что все равно, как бы там ни было, регеймы у нас вряд ли будут. Вот. Так что, вероятно, вы смотрите последний стрим на сегодня. Я очень надеюсь, что Госу уже играют. Да, вроде бы это так. Ну что, у нас вторая минута игры по-прежнему 0-0. Фьюзблада до сих пор не было на карте в матче Тинакс против The Nation. Вот. Патма так до сих пор и стоит, не солоно хлебавший, не имея ни одного поинта опыта. Вообще, съев по дороге одну танго. А ВР на миде, лоу хп, пытается поразвлекать Пака. Ну что, выход. Выход, ой, зашифтился Пак только что от болта винги, и ганг явно не удался, если так можно сказать. Как дела у Бонни Клизмы? У него все в порядке, по крипам он солидно отстает от Батрайдера, вот. Очень надеемся, что в интернетах нас тоже смотрят, в этом мы практически не сомневаемся. Ну, а так, честно говоря, я рад, что вот так вот внезапно можно организовать мини-шоу-матч, собрать на нем... Так, договорим об этом потом, прилетает здесь курица. Курица пытается сделать фестблат на винге, и, скорее всего, это у нее получится. Курица. Курица не птица. Не получилось. Доигрались, ребята. В общем, Фестблад заработал Батрайдер. Курица. Даже назвать Батрайдера курицей. Обозвал. Парня, надеюсь, не обидится эксклюзив. Вот. Такие вот дела. Как дела у Спектра? У Спектра дела нормально. Нормально, нормальное количество крипов для третьей с половиной минуты. Прикольно, конечно. Гангли вдвоем Батрайдера. Батрайдер взял и убил. И такое бывает. Тоже называется уроки Skill School Ганга и Батрайдера. Ну, вот здесь не все так просто, видим мы на своих экранах. Поэтому Патма, не парясь, отходит. Кстати, Патма так и не заработала первый левел. А у Спектр уже четвертый с половиной левел. Вот такие вот дела. Довольно уверенно смотрится Тинакс в данной игре. Хотят они доказать и себе, и оппоненту, что... Не зря вообще сегодня они сюда пришли, что не выход из группы на Техлапсе был фейлом. И никак не закономерностью. Ну вот мы глянем, что из этого выйдет. Кстати, для меня сюрприз, да, что у Батрайдера так рано уже есть даст. Хотя, с другой стороны, Дион Фестблад, здесь все понятно. Тоже мне будет очень интересно посмотреть на этом Батрайдера, что же он будет себе покупать дальше. Айтемами. Но пока смотрим, глядим игру. Не парясь и не напрягаясь. Пятая минута, 1-1. Тинакс против The Nation. Шоу матч. Esports Arena Next KZ. На сайте у нас ведется репортаж. Уже есть фотки, пару видео. На сайте Next KZ, конечно же. Вот. Думаю, что... Думаю, что я думаю? А я ничего не думаю абсолютно. Просто тупо вакуум в голове. Думаю я, что сейчас будем смотреть. Да, солидное количество крипов на ботами. Вот, вот он момент. Должен включать Firefly Батрайдер. Я вот не знаю. Вот так вот просто смело 1x3 полез Батрайдер. Ничего его не смущает. Вот за это его сейчас могут покарать. Ему надо съесть хоть одну березу. Приходит сюда Фурион.
И вот это прикол. Алексей Про перемудрил определенно. Здесь, конечно, ребята попытались что-то сделать. Попытались. Но это называется Раштридеганг, мои друзья. Здесь еще и пак. И вот он, наконец-то, первый минус убивают. Все же Вингу. Все же The Nation Norman погибает. Второй минус. Каким-то чудом выкрутились из этой ситуации ребята из... Ой, просветка! Флеймлассо, как все четко только что было сделано. И надо отбегать. Как же развелись сейчас Тинакс. Вообще просто по учебнику Раш3D-ганга все произошло. Я думал, что нереально будет здесь накрутить. Но отличились, не умерли. И я думаю, очень обидно сейчас. Все просто с лоу хп сошли. И только лишь аппарат умрет в этом замесе со стороны команды Тинакс. Я не знаю, что Петя Про по кличке Чайник там забыл. Ну вот, наверное, что-то забыл. Искал он там счастье. Как хорошо не видеть, что пишет по-русски Петя. Я думаю, это хорошо. Так. Ну, а Спектра вообще не напрягаясь, не парясь, имеет уже нормальное количество бабулесов. 1000 голды ее отделяет от заветного Вангарда. Фейсбуцы уже имеются. Как дела обстоят у Бонни на топе? Бонни на топе. Дела обстоят довольно посредственно. Щиток появился в White Impact Batrider. Видимо, все-таки дело в конечном итоге придет к Вангарду. По крайней мере, мы так думаем. Ну что? ВРК аккуратничает, стоит на миде, ждет момент. Пока из этого ничего не выходит. А Бон Флетчер продолжает порабощать леса. Тоже аккуратно стоит, не напрягается здесь особо спектр, понимая приблизительно, что кто-то где-то есть. Интересный довольно пак у нас с пауэртрецами на Intelligence. И чё? Напали здесь злобные иллюзии Шейкера на ВРочку. К слову говоря, игра у нас очень аккуратная и довольно пассивная. 6 фрагов на 2 команды за 8 минут. Я не знаю, куда здесь забрел. Пак, встреча на Эльбе. Пак встречает сейчас. Ой, Даша, зачем? Ну, в смысле, можно вот так сейчас сюда влетать, наказывать. Но Фурион не полетит. Но здесь злобный Батрайдер попытался в соло догнать. Догонит. Конечно, догонит. Вот Флейм Лассо надо набрасывать еще стаки. Тем временем где-то сбрили Фуриона. Влетает сюда Спектра, по-прежнему просвеченный. Просвеченный Боня. Вот заканчивается у него просветка, заканчивается у него инвиз. Я не знаю, что-то здесь перемудрил. Эксклюзив, пошел раскаст. Ту! До свидания, умирает. Правда, от ВРки. Я думал, это будет не от ВРки. Привязка еще и Пака. У Пака здесь очень мало шансов выжить. Стрела пролетает мимо ушей. Всех только кого можно было. И это 5-4. The Nation делают микрокамбэк. А Спектра неумолимо фармит. Тренируйся. 10 минут 63 крипа, 23 деная. Это очень даже, это неплохо. 88 крипов общих за 10 минут убито. Ой, а здесь-то где-то сбрили Шейкера. Где-то сбрили Шейкера. Это пауза. Насколько нас информируют наши спецкоры, Виртозу звонить, мама похвастаться. В смысле, похвалить его за количество убитых крипов. Ну что, драка-то продолжается. Стан летит в Батрайдера.
И куда-то тут ребята зашли за тавер, и вот, вот здесь Паку просто идеально входить было, но нет, засал. Засал, по-моему, у нас Пак. Стрела попадает в Пака за то, что он засал. И надо убегать, надо убегать. Шейкер, хороший фиссер от Шейкера. Венге здесь вообще никак не выжить. Варианта выжить у Венге очень мало. Тычкуют с руки. Пак уже сюда должен был влетать, но нет. Пух, бревном в кабину, на, получи. Отваливается у нас Венга. Пытается сделать тэп-аут Фурион. Я думаю, я уверен, ему не дадут это сделать. Можно было даже там не тратить лассо на него. Просто стоять на него с Фаерфлайм, и он бы сгорел. Так. Ну, на ботами Спектра фармит против ВР-очки. У ВР-ки дела идут средненько. Но у Спектра дела идут получше. Да, с двумя. По старой доброй традиции замес на топе я завтыкал. Патма умерла, убил ее Пак. Злобный. Злобный Пак. И тавер на топе забирается бай Tinex. Ну что, неужели все сегодня в рамках шоу-матча одолеют The Nation? Неужели такое может быть? Ой. Тавер забирает аппарат, привязка шейкера, привязка к березе, шейкер здесь не выживает, шейкер надо бросать. Шейкера бросают, но драка-то еще продолжается. Где-то здесь лазит Бон Флетчер. Тэп-аут делает у нас очень грамотно Батрайдер. И ВР пыталась... ВР побегала. Побегала и убежала. Очень, очень нам она обидна, когда вот так... Все происходит под мой, когда у тебя мало крипов, киллов нету, мало бабла, и ты не знаешь, что делать. Ты просто на 12 минуте фрифраг без пауэртрецов, без бутылки. Ну, бутылка, конечно, скоро будет. Ну, в смысле, нужна ли она, это тоже еще непонятно. Вот, непонятно, непонятно. Совершенно непонятно. 0-3 имеет Норман. Что же говорить про шейкера? Шейкер? Шейкер, 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 шейкер. Как-то шейкер не то. Здесь вот импровизированная драка на топе у нас произошла. Пак давит одного, летит за вторым. И Венга такая, что еще может соло там напинать, да? Но, да, Unstoppable VR-ка прилетела очень вовремя. Сейчас VR пытается пробежать, улетит в нее шейкер. Собьют Unstoppable VR-ки, сбивают минус... Минус Unstoppable, и что будет делать? Что будет делать у нас Бон Флетчер? Бон Флетчер должен давить на развороте, но нет. Киллин Спри набивает Алешка. Алешка играет у нас, напомню, Батрайдером. И опять медалька, как и в игре команды Next на Фурионе первым айтемом. А Спектр продолжает неумолимо свой фарм. Сумасшедшее количество убитых крипов. У Виртуоза показывает он хороший перформанс. В хорошем шейпе находится этот парень. Но, с другой стороны, на фрилайне стоять и не забирать столько крипов может только Адриана. Но, я думаю, вы его не знаете, это хорошо. Адриана как раз-таки в два раза больше. Ну, да, это был врыв от нуба. Так, 86 на 32. Огромное... 120 крипов за 14 минут суммарно с Динайми. Сумасшедший виртуоз. Что-то вообще нереально показывает сегодня. Ну что, 14 минут игры прошло. Бон Флетчер фармит на Каен, по-моему. Вот не знаю, зачем и что он будет себе покупать. Где его пауэртрецы. Но Спектра продолжает давить. Мультифарм от Батрайдера пошел у нас. Вот и айтем первый от Бон Флетчера. Неужели это будет рефрешер? Нет, ой, черт, не рефрешер. Конечно же, это Орчит. Вероятно, когда-то будет у Бон Флетчера. Но вот вопрос, когда Deniable Tower у Ксентов на топе, вот не знаю, не будет испытывать судьбу на свою... костлявую задницу Бон Флетчер и просто убежал, даже не попытался. Не попытался. Тауэр, который денайли, забирать. Тем временем команда Tinex всей тусовкой, как Тамара, ходит парой.
Вот. А что же касается Боттома, Спектра решила куда-то влететь. Да, ребята решили пушить, и Спектра просто переместилась такой самолетом. Самолетом на мид влетает ульт от Фуриона на деф, прокаст. И сейчас будет размен тавров. Тавр на ботами потеряет команду Тинакс и заберет тавр на миде. Чем-то не взлюбил тавр Батрайдера. Да, вот забирает на ботами ВРК тавр, насколько я понимаю. И заденайл тавр кто-то на миде. Кто-то Бон Флетчер заденайл тавр на миде. Браво, команда The Nation. Но браво, команда The Nation, это да. Но вот что будут делать ребята? Что будут делать ребята с Спектрой, который будет Радианс минуте на 22-й, я не знаю. Какой 22-й? Минут на 20-й, если все хорошо пойдет. У Спектры будет Радианс. 20-я, 21-я, где-то так. Ну... Вот так. Вот так. Бон Флетчер пробежался по центрай варду, но его не поймали. Дождался он. Преспокойнейшим образом делает ип-аут. Тем временем внизу где-то забрили Батрайдера. Зацепили Шейкера. Будут ли убивать? Да, влетает стан. Очень надо быстро сбривать его. Старфолом по атма не попадает. Пак сюда влетает. Напомню, пока нет ульты. И The Nation очень хорошо воспользовались гангом Бон Флетчера на миде. И просто превосходнейшим образом разобрали двоих у Тинакс на ботами. Запускает пак волну, чтобы немножечко отпушить лайн ботом. Ну, не знаю, тауэр, по-моему, все равно уйдет. Тауэр уйдет, тауэр потеряется. Такая вот она, оранжевая дота. Еще одна волна от пака. И Патма, если... Да, Патма забирает тауэр, если я не ошибаюсь. Не ошибся я все же. Тавр достался под мушки. Ну что? Довольно больно в Спектре вошло от Бон Флетчера. С одной тычки больше 100 дамага. 150 даже, я бы сказал, наверное. Вот. Шейкер продолжает неумолимо свой фарм. Вот даже, я не знаю, что-то уже есть. Что именно? Мне кажется, Аркан Буцы есть. А может, даже ничего нет. Непонятно. Нет, все же ничего нет, по идее. У Шейкера. Как, каким-то чудом ВРК набомжевала себе денег. С другой стороны, у него 8 киллов. Здесь тоже более-менее понятно, что к чему и почему. Патма существенно улучшила свои дела. 5 минут назад у нее был сапог и базил. Сейчас у нее айтемов стало немногим поболее. Мне интересно, на что фармит пак. Что будет следующим айтемом? Неужели это будет по китайским традициям дагер? Напомню, что не так давно в Китае прошел турнир VDC. WDC, World Dota Cup, World Dota Championship. Так, здесь пока World Dota Championship проходил, пытались прилепить спектру на 5 секунд станом Патмы. Ну и что, идут в размен таверами, Тинак забирают тавер на ботами. Даже не то, чтобы в размен. Ой, ульт аппарата сюда прилетел. Боже мой, что это такое? Просто забирают, штрафуют на тавер команда Тинак на ботами и... Я даже не знаю. Даже вот я не знаю, будут ли забирать они второй тавр. Попытались, поняли, что второй тавр им не под силу. И развернулись ребятам. Тем временем пока появляется нужный айтем под названием Dagger. А Бон Флетчеру до Арчида остается денег 700. На самом-то деле. 800, 700, где-то так. Ну что, 10 на 9 счет в игре. 20-я. Ой, Спектр убивает. Убьют Спектру. Да, хорошая привязка здесь. Вот ВРки. ВРка делает тип-аут. Фиссура от Шейкера. И разменивают. Ну, здесь ВРка, честно говоря, стоила Спектры в целом. Поэтому ничего страшного. Суммарно, грубо говоря, здесь не произошло. Но с другой стороны, сбили Killing Spree.
Но отдалили появление Радианса, честно признаться. У Спектры минутки на 2-3, благодаря вот такой вот обидной смерти. Бонфлетчер в 300 монетах от Орчида. Не знаю я, когда появится Power Threads. Об этом меня пока не информировали. 21 минута у нас игры в целом. Повсеместный фарм происходит на нашей карте в исполнении команды The Nation. Ну а команда Tinax почему-то очкует. Ульт от аппарата прилетел в патму. Раскаст от шейкера. Ульт, тычка и патма погибает. Загулял почему-то Барс. Но вот самое интересное, да, что решил разменяться сейчас Бонфлетчер на шейкера. Я не знаю, даже стоило ли оно того. Видел Бонфлетчер, где есть Спектр и что оно делает, но никак это на него не повлияло. Вот такие вот дела. Двадцать вторая минута игры у нас идет. Мап в противостоянии. Опять же напомню, Tinax против The Nation. The Nation, да. Ох, война вардов какая здесь обильная происходит. Сняли только что сразу два варда одним махом команда Tinax. Напомню, которая играет за Team Sent. Вот, если можно это так назвать. И, наконец-то, в Спектре появляется заветное бабло. У Фуриона уже имеется некрочи левел 1. Возможно, на базе валяется ресайп на левел 2. Нет, ресайп на левел 2. Не видно. Опять война с вардами бай команда Tinax. И, наконец-то, есть у Бонфлетчера заветный арчит. Но я не знаю, вот это вот просто какой-то Rush 3D Gang. Вот Rush 3D Gang. Что только что сделал Лабарей, я не знаю. Вот что это было? Это останется для меня загадка, честно. Просто пошел, отдался. Обидно, наверное, так фейлить. Что-то не так творится с ребятами. Ну а Патма, набравшись наглости, пушит топ. Так, Пак имеет иллюзии. Команда The Nation под шумок фарма забирает Рошана. Егис подбирает ВРка. Вот так, без ком... Так, что у нас? Что у нас? Да. Села у меня гарнитура уже. Ну, я думаю, ничего в этом страшного нет, потому что в стриме трансляция у нас, сколько мне известно, продолжается. Да. Ох, какая стрела. И попадает прямо в шейкера. Пятибалка. Что из этого получится? Арчит. Старфол. Да, минус шейкер. Лопухска умирает. Лопухска заигрался. Попытался здесь Фурион что-то сделать с Батрайдером, но на Батрайдера деревья не действуют по той простой и элементарной причине, что Firefly проедает любые деревья. Ну вот он, Firefly заканчивается, хотя опять успевает проесть деревья Батрайдер. Раскаст от Пака. Улетает сюда Спектра. Ультит аппарат.
очень четко сбривается Фурион, не дают ему ничего сделать. Вовремя сюда все влетело. И Бон Флетчер понимает, что нужно ретироваться во свояси. Патма делает телепорт. Ох, как орехом больно, только что накрыло ВР-ку. Но Тавр-то ребята все же забрали. И появляется... Так, у ВР-ки, напомню, у нас имеется Aegis. Эгида Бессмертного. Aegis of Immortal. И у Спектра уже объявился, вдруг откуда ни возьмись, объявился Радианс. 168 крипов имеет Виртуоз. Все начиналось с более высокого счета, но почему-то подрасслабился он немножко. Ну, думаю, что сейчас за 4 минуты буквально он догонит крипстат в 200+, благодаря Радиансу, плюс это же крипстат, только крипы, без учета лесных парней, насколько мне известно. Ну а Бон Флетчер, будем надеяться, купил себе Power Threads. Так ли это? Да, Power Threads купил себе Боник. Влетает ультатаппарат на топ, на деф, погонять по тму, чтобы потмат не расслаблялась. И 15-12. Очко в очко, ноздря в ноздрю идут команды практически. На 3 фрага впереди команда Tinax, которая, напомним, проиграла свой матч против The Nation. Нет, в смысле, против Госу, но... Что-то вообще я натупил. Tinax выиграла против Госу, но проиграла Nextam. Госу выиграла против The Nation, но проиграла Nextam. И если сейчас Nexty... Нет. Лол, вообще что-то вакуум. Вакуум сегодня в моей голове. Тотальнейший вакуум. Госу против Nexty выиграют в данный момент. Не знаю, как у них там успехи. The Nation против Tinax на ваших экранах. Nexty обыграли уже и The Nation, и Tinax. И сейчас играют против Госу. То есть ребята уверенно приближаются к первому месту сегодняшнего шоу-матча. Так что вот такие вот дела. Ну что, влетает стрела по тьмы, попадает она прямиком в пака. Будут ли лезть сюда ребята или нет, для меня остается загадкой. Террор бросает винга. И да, перегруппировываются. Есть Хекс, Форстаф и Аегис у ВР-ки. Перегруппировываются ребята. Будут выбирать сейчас наиболее оптимальный момент для рывка. Влетает Батрайдер, сразу же утягивает он ВР-ку, ультит сюда Спектр. Я не знаю, зачем ВР-ку бьют. У ВР-ки есть Аегис. И вот надо Шейкеру ультить сюда аппарат. Шейкера не убили, это плохо. The Nation делает первый. Ой, надо Некрачам, надо догонять Спектру. Да, сгорел Некрач о Спектру. И Спектру сейчас забреют очень даже быстро и очень даже просто. Надо в эрке гнать ее. Бьет ее еще и Тауэр. Стрела, и это минус. Даблкил, мегакил делает Сталкет тем временем. И... Ой-ой-ой, влетает Unstoppable, трипл килл, Сталкет вовремя практически влетел, убил он Бон Флетчера. И каков суммарный размен? Суммарный размен на самом-то деле 3 в 4 в пользу команды Tinax плюс Aegis. Считайте, 3 в 5 поменялись Tinax, и значит это плюс. 29 минут, 19-15 счет. Ульт аппарата ВР-ки в подарок, но ВР-ка не... расслабляется. А вот бы сейчас ее... Ух, так вот просто. Дагер, шрифт. Все, сразу успел пак. А так бы ее сейчас прилепило только так, если бы ультанул аппарат туда и прилетела еще волна пака. Это был бы 100% гарантированный килл. Да, имеются какие-то проблески у команды Tinax с намеком на тимплей. Это, несомненно, радует, но почему-то против Next они сдали игру. Возможно, проиграли ее морально. Не знаю даже, как это сказать. Но чувствуется командная работа by Tinax. Ничего здесь не скажешь абсолютно. Ну, а тем временем Некрачи левел 2 имеется у Профита. А он же Фурион. Уже есть бабло на Некрачи левел 3. И теперь Спектре будут еще тяжелее. Просто вызываются в замес Некрачи. Просто отправляются на Спектру и бегают за ней по кулдауну. И пока у тебя нет Тараски, у тебя будет конкретно пол ХП в замесе. Потому что не Некрачи.
Ну что, очень надеемся, что все у нас ровно да гладко. Да, так оно выглядит со стороны. И, конечно, накал страстей. Накал страстей у нас матч. Кстати, хочу напомнить, что видеозаписи появятся завтра. Несомненно. Несомненно, завтра, несомненно, появятся. Куда-то здесь влетел Пак в попытке зацепить ВР-ку. Цепляет он ее ультой. Тут как тут. Батрайдер. Батрайдер будет тянуть ВР-ку. Фурион оказывается в нужный момент, в нужном месте. Влетает стрела, ни в кого не попадает. Фиссура от шейкера. Разрывают на куски ВР-ку. Вот они, пол. У Спектры половина только что было ХП. И неужели убьют Фуриона? Неужели это будет переворот тотальнейший? Вот. Да, The Nation отдаются в очередной раз. И Тинакс выглядят крайне уверенно. Крайне уверенно выглядит Тинакс на карте. Не знаю, чего хотели The Nation своим Бон Флетчером. Возможно, команда The Nation шифрует страты перед OSPL. Я даже не знаю, но как бы там ни было, увидим уже в эти выходные. Так, ну что же. Что же можно еще добавить? Добавить можно то, что очень трудно будет в данной игре команде The Nation. Практически нереально уже будет выиграть, учитывая Спектру, который одет довольно неплохо. Шейкер с даггером. Батрайдер с даггером. Вот так вот фиссура. Даггер в лед. Патма. Рассказ. Ульт аппарата на всякий случай. И Патма выживает. Да ладно. Такое тоже бывает. Шейкер умирает. Вот это прикол. Вот это прикол. Высвапывают. Высвапывают Спектру. Попытка убить Спектру. Наконец-то влетает Батрайдер. Батрайдер утягивает Бон Флетчера. Убивает Бон Флетчера. Ребята из Тинакс. И да, ну, деревья Фуриона. Wicked Sick, Сталкет, где-то кого-то он там припилил. Выкупается Бон Флетчер. Рассказ от Пака. Будут забирать ВР-ку. Два стака висит на ней. Куда-то надо бежать, лететь. Куда-то... Да ладно, сбивает Wicked Sick Паку. Доигрался он здесь. Не попадает стрелой Патма. Надо тычковать вот Батрайдера, потому что есть у него даггер. Но, может, мана не было. Может, я этого не заметил. Вот так, заиграли, заиграли свою игру Тинакс, за что их, я думаю, справедливо только что покарали. Но там полетел ульт от аппарата и не попал в ВР-ку. Психует Кис. Вовремя форстафится ВР-ка, не дремлет, видимо. Видимо, все. Все у него имеется. Напомню, что The Nation — это бывшая команда Too Late. Они же 2L8. Очень неплохая онлайн-команда, но дошло время и до Лана. Вообще молодцы ребята. Выбрались в Москву, затащили. Сыграли на двух ланах, правда, сыграли довольно плохо. Поехали в Алмату. Тут вот играют один лан, играют второй лан. Думаю, что вернутся домой. Кстати, есть вариант, что если хорошо выступят на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бон Флетчер где-то нашел шейкера и законно покарал его. Есть шансы, что ребята ищут Лопух СКА, ник Ареса. Есть вариант, что ребята еще поют на Асус. Кстати, было бы неплохо у них поинтересоваться на этот счет. Поедут ли они на Асус или нет. Думаю, что при удачном выступлении на OSPL они поют на Асус. Хотя, удачное выступление на OSPL... Вряд ли сразу добавят средств ребятам. Посмотрим, как там будет все выглядеть. 24 на 20 впереди команда Тинакс. И Рошан падает. Рошана, третьего Рошана забирает. Неужели второй Рошан? Да, ульт аппарата по таймингу не попадает. Вылетает поздно. Все же второй Рошан. Да, второй Рошан я собрал вам. 35 минут игры у нас. Хотелось бы мне понять, как обстоят дела у команды Next. Ну что, вот здесь Батрайдера хотят покарать. Я не знаю, покарают ли. Где там ВР-ка? Что делает ВР-ка? Для меня остается загадка.
Вот так вот, дамаг. Доп дамаг уже развернулся. Видимо, много играет лобарей с Арчидом, потому что уже развернулся, понимая, что там сейчас прилепит ему плюс 200, плюс 300. Так и получилось, плюс 353 вылетело. Но ВР-ка еще ставила там контрольный пауэршот. Будет пытаться забирать ВР-ку, или, в смысле спектру или нет, вот я не знаю. ВР-ка здесь набегает, в ВР-ке есть хекс. И видит пака ребята. И ВР-ке надо пробегать сквозь. Вот так вот, раз, два, три. Ах, зашифтился очень четко пак. Вот последние тычки. Спектру хексили, чтобы спектра не мешало. Фурион тем временем подфармливает. Вот довольно забавная Ring of Hells. Не знаю, неужели это будет такой поздний пайп. Ульт аппарата. Ох! Подарили Новый год. Да, нормально, нормально. Только что прилепили. Ну что, а вот здесь будет пытаться забрать спектру на всякий случай. И здесь влетит плюс 450. И вот так вот. 490. Прикольно. Четкая схема. Куда-то потащил батрайдер костлявого друга. Друг и брат. Не знаю, зачем и куда. Не знаю, зачем сюда забежала ВР-ка. Влетает сюда пак! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если бы не ВР-ка, все было бы так хорошо. ВР-ку у нас забрали. Фиссурят. Минус 2. Четко Тинакс отвечает в этой ситуации. Да. Вот это прикол. Ну что, давайте еще немножко по этому пробежимся, чтобы понимать ситуацию на карте. Посмотрим, наверное, даже крипов. Топовый крипстат на карте принадлежит, конечно, же Спектре. 219 крипов. У команды The Nation никто и приблизительно не подобрался к такому результату. 116 крипов максимальная. Результат, что и не мудрено. Соответственно, довольно сильно проигрывают по деньгам вместе с крипами The Nation, учитывая, что еще отстают они по киллам, то весы правосудия постепенно склоняются в пользу Тинаксов. Не знаю, глянем, что из этого выйдет со временем. Ну а The Nation нужно, конечно же, удачно драться, если они хотят победить в данной игре. Итак, у нас 38 минут уже игры. Фактически прошло. Какой-то дикий пак влетает на бедного Урсу. Микроурса. 2200 имеется по баблу у ВР-ки. Я даже вот не подозреваю, что она себе сейчас будет покупать. Патма тоже немножечко начинает подзарабатывать бабла. Есть у нее какая-никакая поздняя манта. Хотя манта, вероятно, поздняя не бывает. Cutter Pipes of Insight. Вот так вот. Все же был это пайп у Фуриона. Ощущают ребята необходимость пайпа в виде существования шейкера и аппарата. И это, по-моему, правильно с их стороны, несомненно. Да уж. Куда-то полетели на телепортах ребята из Тинакс. Кстати, шейкеру очень неплохо было бы сейчас заработать свой заслуженный 16 левел, который он так хочет уже увидеть. И Тинаксы пошли разменивать второй тавер на ботами. Не знаю, что будут. Да, вот что будет. Ой, разменялись даггерами. Хексят здесь батрайдера. Погоня за ВР-кой. У ВР-ки, по-моему, нет виндрана. В погоне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пака попытались здесь забрать. Бон Флетчер. Ой, Бон Флетчер так как рассыпался. Больно Бон Флетчеру. Убивает Фурион еще и аппарата. Сумасшедшая череда разменов. Погонь за Фурионом. Фуриону здесь не выжить. И это... Да... Это драка 2 в 3 в пользу Тинакс в очередной раз. Реально равная игра. Выкупается Бон Флетчер и идут ломать сторону. Идут ломать сторону The Nation.
Да, ВР-ка, ВР-ка. На кого-то нас покинул. А это минус ВР. Пытается нарезать сейчас Шейкера. Бон Флетчер с Патмой вместе. Старфол. Ультит сюда Шейкер. Убивают Патму. Бон Флетчер. Лоу ХП. И Шейкера не убили. Значит, есть гем. Вот сейчас можно заканчивать, по-моему, эту игру. Команде Tinax. К чему они очень усиленно и уверенно приближаются. Это минус ботом. Это минус сторона. У The Nation. И стоит отметить... Ох, стоит отметить, конечно, хорошую игру от The Nation. Но пока что шансов выиграть у них в данной игре нет. Да, и, наверное, не пока что, а уже. Даблкил делает Спектр. Фурион с раскаста своей ульты не убивает Пака. Пак делает моментальный тэп-аут домой. Довольные собой Tinax, сломав ботом, отправляются ломать еще и мид. Вызывает некрасивый Фурион, попытается помешать чем-то Спектре сломать сторону. Спектры нормально, уже на пока этому. Конкретно много бабла. Я не знаю, какой-то сумасшедший телепорт был от Фуриона. Буквально блинкнулся он с места на место. Напугав своих оппонентов. Вот. Мини-дагер. Прикольно. Почитали мы немножко чат, ребят. 42 минута, 33 на 23 у нас счет. Много мяса в игре и Tinax впереди. Шейкер с доминатором решил накрывать врагов. Решил фармить с удара. Прикольно. Странно и прикольно. По-моему, скучно Аресу собирать доминатор на шейкере. Донный Арес покупает доминатор по сеньор Канбуцы. Ну что, друзья, приближаемся мы к этой точке. Влетает сюда, Батрайдер пытается что-то сделать в эрку. Входит пешком в замес Шейкер. Шейкер хочет сделать ульт, ульт. Ультит сюда Шейкер, аппарат. Умирает Фурион здесь вообще или нет? Не умрет, умрет, не умрет, умрет, нет, не умирает. Вовремя был заюзан пайп. Тем временем аппарат где-то сделал килл. Убил он суппорта команды The Nation. И ребят вынуждены ретироваться. Да, против такой спектра, конечно же, уже не попривываешь. Здесь ничего не скажешь. Убивает Тавр. Tinax'ы. И минус Бон Флетчер. Судя по всему, победу в этой игре одержит команда Tinax буквально через пару минут. Есть информация, как там Госу против Next? Спроси, пожалуйста. Да, Госу против Next находится сейчас в игре, но с большой долей вероятности победу в шоу-матче одержала команда Next. Ну, а мы с вами прощаемся на сегодня. Воды появятся завтра на нашем канале на ютубе. youtube.com/user/nextkz. С вами был Матрикс. Был, будет и остается. Посещайте нас на сайте nextkz. Спасибо. Продоте.